Будете в центре столицы, не проходите мимо. В Чебоксарах на площади Республики работает передвижной диабетический центр. Чем он полезен для горожан, в нашем репортаже. Вы не знаете свой уровень сахара в крови, тогда они идут к вам. Если при современном темпе жизни заниматься таким делом, как собственное здоровье, вам попросту некогда, то в течение 3 дней с 12 по 14 мая сдать кровь на сахар можно, что называется, без отрыва от производства. В обеденный перерыв или во время прогулки, прямо на улице. Результат будет готов буквально в течение 5 секунд, говорят специалисты. Для этого в столице Чувашии работает мобильный диабетический центр. Сейчас ехал на троллейбусе, вижу, стоит, и слез специально для того, чтобы узнать, что высоковато. Да, сегодня кушали? Кушал я. Ага, сахарный диабет вам ставит уже. Каждые 10 секунд в мире умирает один пациент от причин, которые вызвал сахарный диабет. Это грозная статистика, с которой мы в целом должны бороться. И большая проблема, что пациент появляется в лечебном учреждении тогда, когда уже картина сахарного диабета оказалась развернутой, когда появилась непосредственно клиника, когда появились уже грозные осложнения сахарного диабета. Иными словами, чем раньше, тем лучше. На это и направлена работа мобильного центра. При тревожных показателях пациента примет врач-эндокринолог. Он на месте даст рекомендации и направления на более тщательное обследование. Работает центр с 9 до 14 часов. Сдать анализы и получить консультацию можно абсолютно бесплатно.